улицы полны неожиданностей. Вчера оттепель, сегодня мороз. Результат такой погоды – гололед. Итак, представим себе ситуацию. Вчера прошел дождь, сегодня все замерзло. Выезжаем на дорогу. Во-первых, не забываем соблюдать скоростной режим. Как говорится, тише едешь, дальше будешь. Во-вторых, тормозим в три этапа. Первый раз заблаговременно и посильнее, второй и третий послабее. Правильное торможение – залог правильного старта. Кстати, трогаться с места тоже нужно умеючи. Дабы не начали колеса буксовать, медленно опускаем тормоз и также медленно жмем на газ. Повороты в гололед тоже никто не отменял. Заблаговременно снижаем скорость, выворачиваем руль в сторону поворота, не до конца, въезжаем в поворот и начинаем плавными движениями поворачивать руль обратно, чтобы сохранить равновесие на дороге. Растерялись, резко начали тормозить, машину стало заносить, отпускаем педаль тормоза, потихоньку жмем на газ. Во время этого руль выкручиваем в сторону заноса, пытаясь выровнять автомобиль. Хорошая реакция и ловкость рук вам в помощь. Кстати, о руках. Держите их на руле правильно. На 2 часа и на 10. Крутите руль только перебором. Еще одна ситуация для Омска, кстати, очень актуальная. Ночью выпал снег. Дороги – одна сплошная колея, выбраться из которой очень сложно, но возможно. Итак, поворачиваем колеса влево, прижимаемся к левой части колеи и выкручиваем руль вправо. Жмем на газ и осторожно выезжаем. Если машина начала заносить, вспоминаем правила выхода из заноса. Ну а если забуксовали в снегу, ехать нужно не вперед, а назад по своим же следам, потом вперед, потом опять назад и снова вперед, до тех пор, пока препятствие не останется позади. Ну и по традиции совет напоследок. Будьте внимательными на дорогах, соблюдайте скоростной режим. Согласитесь, ведь ситуацию лучше предупредить, чем предотвращать ее последствия.